Всем доброе утро. Варям, привет. А что ты делаешь? Украшаешь елочку? Марьям решила украсть елочку. У нас, посмотрите, в этом году вот такая милая елочка. Марьям беспокоится, что Дед Мороз к ней не прилетит и не принесет ей подарки. Она уже сегодня ночью. Сегодня ночью говорит: мама, а мне будут подарки? Я говорю: я не знаю, как ты себя вела. Прилетит Дед Мороз. Ну, Дед Мороз прилетает ко всем, наверное, да, Марьям? И значит, и к тебе прилетит, я думаю. И самое главное, красиво украшать свою елочку. Вон у Марьям все в оленях. Носки, леты, тапочки, тапочки в оленях. Браслет олень. Все олень. Любит она оленей. Марьям, а ты знаешь, что нужно Деда Мороза задобрить? Да. Да. Давай пойдем сделаем яблочный торт, пирог. И кусочек поставим под елочку. Давай. Будешь делать? Да. Ну, пошли. Я подружке пишу с Новым годом. Кому пишешь? Подруге. Нет, с Новым годом еще не наступил Новый год. С наступающим Новым годом. Марьям приступила к приготовке яблочного пирога новогоднего. Посмотрим, что получится. Да. Только прошу тебя, чтобы это вот маленькая ведерочка, как говорится, не было вот как в тот раз. Помните, у нее было видео, Марьям? Если кто не видел, посмотрите. Она... Да. А что ты пекла? Мне было... Тоже какой-то пирог? Мне было 7 лет. Не, меньше даже, мне кажется. 7. И Марьям решила здесь яйца прокрутить. И вот эта сама штука у нее вот так вот по всей квартире. Но я надеюсь, все будет хорошо этот раз. Ну, сейчас мне 8. Ты же профессионал уже. Сейчас мне 8. Конечно. А было 7. Да, на 1 год старше. Поэтому ты уже знаешь, как нужно обращаться с яйцами. Да. Я это с 4 лет знаю. Что там тебе выпало туда? О, видишь, нормально. Клади сюда. Клади сюда, обратно. Сюда? Ну да. Сколько? Я думаю, все. Реально? Ну да, чтобы был большой. Хорошо. Клюк. Марьям любит разбивать яйца. Кто любит разбивать яйца, ставьте лайки. Так, теперь вот это очень аккуратно. Оп, молодец. Еще надо... А сколько? Ну, у тебя 6. А, надо, значит, 6. Давай 5 поставим. Давай, одно останется. Давай. Оп. И последнее. Это самое должно быть аккуратное. Профессионально, профессионально. Молодец. Хвалю. Сахарочек, иди туда. Иди туда. Давай сахарочек туда. Ну, сыпь. Сыпь, чтобы сладенько было еще. Ну, все. Хорошо. Хватит. Сбивать? Да. Сбивай. Ты же уже делала не один раз, ты уже знаешь хорошо. Да. Сильнее. Напряги свои руки. Ты же атлетикой занимаешься. А? Как ты атлетикой занимаешься? Ну-ка, покажи свои бицепсы. Смотри, ох. Вот, Марьям как занимается. Вот так. Вот, молодец. Так что, что для тебя сейчас вот это сбить яйцо сахаром? Пустики. Марьям, снежный шар. Это что такое, сметана, по-твоему? Да. А, давай. Снежный шар, что можно сам кусать. И сметану. Не, сметану побольше. А, да? Да. Окей. Только? Да. Еще? Да. Ну, давай. И что получилось там? Вот. Сметана внутри. Да, и не видно. И по бокам. Вот. А, давайте. Ты отсюда должна вот ее забрать отсюда. Не руками ж. Раз, сушитель.
Распушитель, да. Чтобы мое тесто распушилось до потолка. Ого, будет какое хорошее тесто. О. Давай. Пошли. Там еще что-то есть. Кольца. Мариам называет муку снежком. И начинается последний ингредиент. Мука. Засыпаем, засыпаем, засыпаем. Все? Засыпаем. Я люблю вот так делать. Давай. А потом вон яблочки будем резать. Вот потому что свалите. Да. Классно. Молодец. Ого, как быстро я так нажимала. Все это хорошее. Все, конечно, высыпало, но ничего страшного. Это же снежок? Да. Снежок классный. Ты сама вся в снежке. Смотрите, какой красивый торт. Да, посмотрите, какой у Марьям красивый торт получился. Яблочный, обалденный. Сейчас я буду задавливать Дед Мороза. Да, Марьям сейчас, смотрите, даже у Марьям здесь есть записочка, чего она хотела. Получит, не получит, никто не знает. Смотрите, какой кусочек Марьям отрезала Дед Морозику. В такой новогодней тарелочке. Клади, Марьям. Или на столе оно должно стоять? Нет, под елочкой? Марьям решила, что оно под елочкой должна быть. И что, ты будешь сидеть ждать? Марьям будет сидеть и ждать, когда Дед Мороз прилетит. Может, поспишь? Он как раз прилетит. Я тут. Я тут. Я принес все. Я думаю, тортик вкусный будет. Сейчас мы тоже попьем чай, да? Да. Кто это? Кто это может быть? Не знаю. А? Не знаю. Смотри, выйди. Смотри. Что написано, я не пойму. Что? Мария, проверяйте почту Деда Мороза. Почта Деда Мороза? Где? Ну, почта где находится? Внизу? Да. Одевайся срочно. Так, я оделась. Давай, пожелай мне удачи. Давай, что там мне самое интересное. Да. Я ухожу из дома. Я взяла ключи. Я беру, открываю, почту, и там, смотрите, что, я думаю, что-то лежит, ладно, так, так, все хорошо, теперь, Марьям, как ты думаешь, что у тебя в конверте принес Дед Мороз? Вообще не знаю. Не знаешь? Ну, давай открывать. Я же сейчас тарелку писаю. О, смотри, Дед Мороз съел даже, да. Все, прям до крошечки. Вот крошечки. Значит, мой тортик ему понравился. Значит, должны быть хорошие подарки. Открываем. Открываем. Ну хорошо, заклеил же Дед Мороз. Конверт же сдалека ехал. И что это? А, это Марьям Роблокс. Она мечтала об этом. Так. Марьям обожает со своей подружкой. Они целыми днями играют в эту игру. Мы тоже вам как-то покажем, как они интересно играют. Открываем коробочку. Открываем коробочку. И что же там интересное? Да, это Марьям очень... она заказывала вот такие себе сапожки Уги. Ей понравилось. Открой, посмотрим. Они очень тепленькие. И красивые. Классные, классные. А джинсы? Так.
сейчас надену. Вон, вижу, там джинсы у тебя. Да. А, там джинсы. Посмотри, они красивые. Одни вот такие. Ага. А другие? Посмотри, какие джинсы. Дай посмотрю. Классно. Ух ты, смотрите, какие они классненькие. Да. Угу. Очень красивые. И эти красивые. И вот эти, смотрите, такие. Ну да, очень красивые. С новыми джинсами будешь ходить в школу. Угу. О, Марьям не ожидала. Что это такое красивое? Это та нога, Марьям? Ту ногу, да? Ну-ка, что тут? Ролики. Надеваем. А. Смотрите, какие они классные. Теперь все. Теперь. Ну-ка. Так. Ну, на ковре понятно, что на ковре кататься не очень хорошо. Так. Ну, как тебе? Очень классно. Да. На ковре не сильно удобно, я привыкла как-то. Ну, понятно, что на ковре ездить не очень. Ну, во-первых, они на четырех колесиках, поэтому очень удобно. Ага. Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пусть каждый дом детям принесет Дед Мороз подарок. Встречу в Новом году с новым видео.